Ежегодно в Беларуси проходит национальный конкурс искусства книги, на котором профессионалы в области создания книги, ее художественного оформления и дизайна определяют лучшие из лучших книги прошедшего года. Организатором конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь. Совсем-совсем недавно, 22 января 2020 года, были подведены итоги 59-го по счету национального конкурса искусства книги. И сегодня здесь, в этом прекрасном зале, в рамках 27-й Минской международной книжной выставки и ярмарки, будут вручены награды победителям. Дорогие номинанты и амаль что пераможцы, призеры конкурса «Мастацтва книги». Вельми приемно витать усіх. Не только тех, кто выйдет на эту сцену, пробачьте, а и выдавецтвы, которые выпустили в свет эти прихожие, по-мастацкому выверенные, полиграфично досконалые книги «Ластовки». Хотелось, чтобы конкурс жил и надалей, чтобы повеличивалась колькость узнагород, а самое главное, чтобы меркование экспертного складу, чтобы меркование жюри и праца самих выдавцов, дизайнеров, мастаков, книжных графиков высоко оценивалась читачами. Со святом, с конкурсом «Мастацтва книги». Дякую. Вручение наград федерации «В зеркале времени». Ну, на сцену я хочу пригласить главного редактора белорусского телеграфного агентства Галину Головатую, руководителя издательства «Полиграфика» Наталью Раевскую и представителя издательства «Белова Групп». Итак, диплом первой степени вручается «Белта» за книгу «Минский автомобильный завод. 75 лет. Гордость земли белорусской». Дорогие друзья, специального диплома жюри в этой номинации удостоенная книга «Белта. Традиции суверенной Беларуси». Ваши аплодисменты. Еще раз поздравляем наших дорогих победителей с заслуженными наградами. Огромное вам спасибо за такой потрясающий, кропотливый труд.